Итак, друзья, всем привет. Продолжаем изучать мануальную терапию. Сейчас проходим правку шеи лежа на столе, когда человек лежит лицом вниз. Соответственно, способов много, можно... Да нет, ты лежишь, ничего не делай. Можно просто перенос голову и некоторые вот прямо вот так, раз, и всю шею вплоть до второго, третьего, четвертого грудного позвонка можно прошустеть, да? Когда вы будете опытные, вы можете подходить и с этой стороны к человеку, и с той стороны стола стоять, да, и вот так руки поменять. Но сначала давайте все изучим так досконально и дифференцированно, для чего мы это делаем. Вернее, что конкретно мы делаем. Вот я нарисовал рисуночек, да. Изначально нужно положить человека так, чтобы на оси позвоночника находился нос. То есть вот так вот, довернули туда. Проверить, чтобы лежал на скуле человек, да, и вот за височную кость вот так вот было качание. Если качания нету, ну вот есть у меня, да, то надо довернуть, увеличив экстензию. Вот таким образом вот. Приподняли, качание есть. Если опять не хватает, да, то тогда упор в противоположное плечо делаем. Акромиальный отросток. И вот прям натягиваем. Вот видите, натянули. Сам прием делается за затылочную кость. Вот сосцевидный отросток, и дальше пошел затылочный бугор. Вот этот вот. Вот за него хватаемся двумя пальцами практически. Вот. И идет вытяжение в длину. Расслабь плечо. Вот расшатали. Отвлекли человека от затылка. Я говорю про плечо специально, чтобы он отвлекся. И выдергиваем. Вот тут был щелчок. Это выщелкивает... Атланто-оксипитальный сустав и атланто-аксиальный сустав. Вот тут вот. Тык-тык. Угу. Вот эти два. То есть мы вот в длину получается, да? Далее, вот номер один, это под 45 градусов. Мы толкнули, вытянули. Следующий толчок, это по спирали. Скручивание, да, получается. Примерно по 60 градусов в сторону. Вот так мы дернули просто, а теперь скручиваем в то же место, вот получается, вот так в разные стороны. Скрутили. И следующее, третье, это по 90 градусов толкаем атлант. А точнее ротация. Ось у атланта уже вот так, вот тут затылок. И атлант надо повернуть, череп относительно атланта повернуть вот так вот, вот туда. То есть берем уже за височную кость, вот просто руку переложили за височную кость и толкаем вот туда. Только не в стол, а ротацию делаем. И так называемая контрольная ротация опять сюда. Здесь уже кладем не в акромиальный отросток, а в лопатку. И просто помощнее будет движение. Раз, чуть помощнее. Возвращаю голову назад. Вот затылочный бугор. Да, вот за него вот так беремся. И противоположное плечо и толкаем. Вот у нас толчок такой. Так, чуть-чуть отпадает. Вот, получается, раз, два, три. Под атлант поворачивается под ротацией, получается, к оси позвоночника. Не путайте со скручиванием. Скручивание диагональное, а ротация именно по оси. За височную кость. И это как бы, если помните, Брюс Ли у него был тройной удар. Раз, два, три. Быстро так отбивал. Даже без замаха, и человек отскакивал, отлетал на 2-3 метра. Здесь тоже получается тройной удар Гудвина. Получается, вот давай в другую сторону голову повернем. Это можно делать достаточно быстро. Потому что если вы долго будете готовиться, то человек устанет, напряжется. Там, да, руку давай спустим лучше, руки спускаем. Чтобы рука не скользила, можно большим пальцем вот туда захватиться. Да? Вот, натянули. Я почувствовал расслабление за скулу, что он на скуле лежит. Да? И раз, два, три. Все готово. Ну, если что-то там потянулось без разминки, да, то сейчас оно отляжет. Все, не болит уже? Нет. Все, вот теперь мы отрабатываем все это друг на друге. И на мне в том числе. Я не боюсь отдавать свою шею студентам, потому что все идет с декомпрессией. Все на самом деле безопасно. Все наши движения, по сути, это вот несколько миллиметров. Да, вот они тут, эти суставы, выщелкивают всего лишь несколько миллиметров.
Поэтому это не сворачивание шеи, не путайте, это лечебная медицинская процедура. До новых встреч, дорогие друзья. С вами был Олег Гудвин.